Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира». Джузеппе Маццуоли. Смерть Клеопатры. Около 1713 года. Терракота со следами белого пигмента. 43-27-33. Джузеппе Маццуоли, итальянский скульптор, работавший в стиле Бернини, совместно с которым им было создано несколько больших произведений, в частности, надгробие папы Александра VII Киджи в Риме. Маццуоли является одним из тех прославленных мастеров, которым доверили изваять огромные статуи 12 апостолов. Для ниш вдоль нефа главной католической церкви базилики Сан-Джованни ин Латерано в Риме. Клеопатра, египетская царица, прославившаяся красотой, интеллектом и некоторыми особенностями гостеприимства, в кавычках. Многие из рассказов об этом, несомненно, романтические легенды. Согласно Плутарху, описавшему произошедшее со слов врача-властительницы Олимпа, она, не желая смириться с участью побежденной, покончила жизнь самоубийством, дав укусить себе ядовитой змеи. Клеопатра в царском уборе лежала на золотом ложе мертвым. Одна из двух женщин, Ирада, умирала у нее в ногах. Другая, Хармион, уже шаталась и, уронив голову на грудь, поправляла диадему в волосах своей госпожи. Эта тема была излюбленной в итальянском искусстве 17-18 веков. Здесь Клеопатра показана в самый патетический момент. Яд подействовал. Обычно змея жарит Клеопатру в грудь, но в произведении Маццуоли она обвила руку царицы. Рядом одна из служанок, очевидно, Хармион. Известно, что и она умрет. Малозаметная деталь. У ног Клеопатры находится корзинка. Свидетельство внимания ко всем подробностям рассказа Плутарха. А именно, аспида принесли вместе со смоквами, спрятанные под ягодами и листьями, чтобы она ужалила царицу неожиданно для нее. Так распорядилась она сама. Но вынувши часть ягод, Клеопатра заметила змею и сказала: «Так вот она где была». Ну, такое описание к работе Джузеппе Маццуоли «Смерть Клеопатры» около 1713 года я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.